эти двое встретились 10 лет назад. Встретились и стали большими друзьями. Старший тренер Виктор Рубов и младший его ученик Стасис Струмскис. Много воды с тех пор текло. Стасис отслужил в армии, вернулся в Калининград, тренировался, выступал на ринге. Сначала удачно, потом не совсем. Некоторые даже говорили об исчерпанных возможностях. Но тренер верил в своего ученика. Он учил его не только технике и тактике боя, но упорству, мужеству, умению не сдаваться. Струмскис стал чемпионом спартакиады народов СССР, готовится к зарубежным встречам. А пока надо выиграть эту. Мастер международного класса против заслуженного тренера РСФСР.